Ты это серьезно? Эй, Джордж! Ник назвал тебя девкой в Твиттере и сказал, что ты бьешь как баба. Рори, пусть он говорит, что хочет. У меня нет времени на эти игры. Я должен тренироваться усерднее, чем когда-либо. Я ученик ММА. Я не спущу тебя, это просто так. Взламываем его твиттер и преподаем этому козлу урок. Улетная вечеринка сегодня. Приходите и приносите свою дурь. Не смей называть моих друзей девками, Ник. Иначе я превращу твою жизнь в ад. Чё за... Ты позвал девочек? Нет. Мы же планировали покурить и побороться. А девочки не курят, так что... я могу вам помочь, или типа того? Мы пришли на вечеринку, открывай, бро. Чувак, там человек 20, они разнесут дом. Эй, я все слышу, чувак. Уходи, чувак, ты ошибся домом. Спасибо за поддержку, спасибо за приглашение. Но, мужик, открой дверь. Я приехал с Куритибы, это далеко. Чел, Рэмпейдж пьян, Вандерлей пьян. Я вынесу эту дверь, если не откроешь. Скажи им, что у тебя есть нунчаки, и может быть они уйдут? Это мое день рождения, и я не позволю делать из себя большого идиота. Весело, блин. Кому-то надерут задницу за все это.